Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте одного из победителей, Эдика. Забрал я здесь музончик. Даже музончик есть. Выключу. Забрал я здесь первому победителю Огника. Аккаунт, как видите, бездонатный. Это, в принципе, неплохо. Еще мы вытащили две карточки. Сейчас попробуем что-то вытащить интересное. Две ПБшки. Так. Эмблемки. Два раскола. В принципе, исцеление. Интересно, сейчас глянем на тыковку. Какая здесь тыковка? Во-во-во. Выживание, ремки. Воодушка. Ну вот это нормально. Так, поехали. Глянем, что у него. ПБшка у него есть. И я думаю, тыковка тоже с исцелением. Если нет, то в принципе от эмблемы реально будет толк. Ну, в любом случае, от любой эмблемы на бездонате толк. Этот аккаунт, как видите. Не особо донатный. Так. Где там алтарь? Да это 6. Так, это нормально, нормально. Ну такое. Нормально. Нормально. Так, понятно. Так, тут у нас. У нас неплохие таланты. Ну вот это, конечно, это просто жесть. Ну, в принципе, я думаю, как вариант. Потом поменяем. Так, ну конечно повеселился. Замедление еще 7 на этом, на одержимом. Это вообще непонятно для чего. Ожог. Бигфут. Ну, Бигфут, ладно, куда ни шло. Ну. Короче, однозначно плюс то, что тыковки теперь можно будет. Здесь просвета даже нету. То, что тыковки теперь можно будет. Немножко лучше улучшаться, но это просто аут какой-то, я не знаю. Здесь берс есть, коробки есть, почему таланты, ну не знаю. Интересное исцеление, есть-то исцеление есть. Фиг его знает, короче. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, я постараюсь выловить еще двоих. Потому что они так и не ответили, но это просто трэш. Честно говоря, я в шоке. В шоке с этого всего. Так, давайте откроем. Этого героя, он реально здесь будет однозначно нужен. Офигеть. Сколько захожу на аккаунты, все время чему-то удивляюсь. Такс. С бегом это вообще топчик. Перс. Опять бег. Просвет. Просвет можно будет поставить по предметам. Есть чем улучшить. Сделаем 10-10. Если он как-то докачает. Ставим скин. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я надеюсь, мы там тоже чему-то удивимся. Я склею это все в один видос. В общем, вот так вот. Ждите следующую серию. Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте одного из победителей прошлых еженеделек. На аккаунте Александра, моего подписчика. Наконец-то я с ними списался. И сегодня... Я зашел еще на два аккаунта, один я вам показал, ну, будет в начале видео, а это я уже склею. Это у нас второй аккаунт победителя, и давайте посмотрим, бездонатный абсолютно аккаунт, то есть аккаунт без доната, это хорошо.
Неплохо, сейчас он получит еще дополнительно не одного, а несколько героев. Это реально радует, что такие аккаунты побеждают. Ну а вы, не знаю, кто не знает, смотрите конкурсы, плейлисты. У меня есть одна интересная идея. Я думаю, я ее реализирую завтра. Поэтому все зависит, ребят, только от вас. Такс. Есть. Раз, два. Забрали. Находится он в гильдии Game Over. Кидайте заявочки, вступайте. Ребята еще играют. Русский Android сервер. Так, окей. Поздравляю, у тебя теперь есть еще два недостающих героя. Свален и Огник. Со скинами. Сразу же. Давайте их пооткрываем. Так, первый есть, и второй. Нифига себе, у него даже еще ледяха на складе валяется. Вообще пацан жирует. Скиталец, хладный. Довольно-таки, кстати, неплохой аккаунт. Командор кассетный. Как для бездоната, и герои вообще отличные. Так, ну, у нас есть пыльца, поехали, попробуем. Попробуем что-то здесь словить, может что-то толковое вытащим, еще забежим в хватайку. Один сундук. Так, три, неплохо, еще один сундук. Ну, у него, его можно уже поздравить, у него есть начало полярного лиса, ребят. Так, еще три снайки. Раз, отлично, 10. Зефир 5 штук. Пойдет. Вообще огонь. Такс. Ну что, поздравляю. Люхи довольно-таки неплохие. Сейчас я чекну просто хватайку. Сбежавшие олени. Востолку и хватайку. Но там, наверное, вряд ли попытки. А, не, есть попытка. Попытка у нас есть. Значок таланта титула. Ну, такое себе. Так, и... Хватайку сейчас глянем. Пик. Ну, 10 жетончиков, ребят. Вообще отлично. Я считаю, вообще супер плюхи ему. Сундучки. Смотрите, какие плюшки. А у него места не хватает на складе. Ладно, сейчас увеличим немножко ему слоты, потому что открывать в любом случае придется. Так, ваши подарки. Чик, чик, чик. 10, 10. Ну, коробочки. Конечно, расходников не особо, но все равно же нормально. Я считаю, что вообще отлично. По плюхам. Так, скины он себе сам уже будет качать. Может, он захочет там все эволюции делать, я не знаю. Смотрите, сразу с оживой выпал пятый. Нифига себе, вот это реально жестко, ребят. Сразу два героя с двумя пятыми талантами. Ну, я не знаю, у меня такое в первый раз, честно говоря, еще ни разу. Ну, ладно, там один, бывало, пару раз падал. Но сразу два героя, сразу с пятыми талантами, это, конечно, круто. Ну, в принципе, дальше он уже сам себе повыставляет таланты. Что он там как хочет, так и сделает. Поздравляю. Поехали на аккаунт третьего победителя, на аккаунт Дмитрия.
Так, ну здесь у нас аккаунт посерьезней, по крайней мере по самоцветам, по донату не знаю, сейчас проверим. Это аккаунт Дмитрия, ну он немножко донатный. Так, смотрим, что у него по героям. Не вижу, где. А вот огника тоже нету. Так, он находится в гильдии Заряд. Вот так вот. Знакомая, кстати, гильдия, в которой я сам играю. Еще один огник у нас в гильдии наконец-то есть. Так, ну что, поздравляю. Я даже сам, честно говоря, не знал, что он с моей гильдии. Так, отлично. Так, сейчас, секунду. Такс. Такс, 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 такс. Поехали. Есть третий счастливчик. Чик-чик, поздравляю. Поехали сразу же на островок, сразу. Сразу же, у него была пальца, мы ее захреначили. Тоже, он тоже уже без донат, который имеет два осколка. Ой-ой-ой, ничего себе, Зефир, Лис. Нифига себе. Нифига себе, ребятушки. Барт, 10 осколков. Пойдет. Рунки. Всего лишь 10 осколков, и мы их собрали. Еще 5 зефира. Жесть какая-то, тоже 39 осколков. Еще 5 зефира. Не, ну это вообще, посмотрите, еще Лиса добили. Ну я считаю, это вообще просто читерство. Ну он, наверное, первый, кто сегодня с таких без, кто сегодня без доната, скажем так, собрал, получил 4 осколка. Ну я не имею в виду этот донат, я имею в виду, что он сегодня не донил и получил. Так, окей. С этим разобрались. Поехали еще в акции забежим в хватайку. У нас две попыточки. 5 жетонов. Блин, жалко, не 10. 10 было бы как раз эпичненько. Еще разок. Сходнички. Опыта. Ну, кулаки заберем. К сожалению, не сундуки, но хоть кулаки забрали. Такс. Здесь на магазины. Ну, вряд ли у него магазины безумие есть. Не дают за такое попытка. Не дается. Ну и побежали еще на столку разжахнем. А то и два он вообще не заходил. Так, есть. Тоже 15 и... Зато здесь вытащили 30 сундуков пятых. Отлично. Вообще огонь, ребятушки. Так, давайте нам эти плюхи сюда. Нормально у него, кстати, сундуков копит. Плюшкин, плюшкин. Не будем мы их открывать. Хорошие плюхи у него копятся. Такс. Отлично. Самое главное, что он еще с моей гильдии. Насчет свалена я не посмотрел. Сейчас посмотрим. Есть у него свален или нету. Тоже нету. Отлично. Еще один недостающий. Скины уже сами тоже прокачаешь. Ну что, поздравляю. Вот так вот три счастливчика у нас есть, которые получили
с еженедельки призы. Участвуйте в акциях, ребят. Кидайте заявочки на роллинги. Всем удачи, всем пока.